Встречу организовало Управление труда и занятости населения Тамбовской области. Основная цель конференции – профилактика нарушений охраны труда и производственного травматизма. И такая работа дает результаты. За 11 месяцев 2018 года было зафиксировано 156 происшествий. В этом году их количество снизилось более чем на 10. Количество смертей, которые стали последствием вот таких трагедий на производстве, в прошлом году за 11 месяцев мы отмечали погибших, было 13 человек. Сейчас у нас зафиксировано 4 смерти на производстве. То есть это хороший результат. В рамках конференции была организована выставка средств индивидуальной защиты. На заседании также наградили победители конкурса «Лучший специалист по охране труда». Помимо этого, участники обсудили вопросы здравоохранения, такие как диспансеризация работников предприятий и профилактика ВИЧ-инфекции в трудовых коллективах.